У меня редкое онкологическое заболевание, адренокортикальный рак, в данный момент 4-й стадии. Проблема незрячих, как бы они, ну, это проблема незрячих. Быть сильным для того, чтобы сказать о своей проблеме. Арсюшка, у меня инвалид, кроме боли. Арсений не знает ничего. Не можем получать лечение бесплатно. В наш дом постучалось несчастье. Срочно мы решили делать вторую петицию. К сожалению, никто не хотел браться за мое дело. Наша петиция как раз-таки набрала около 400 тысяч подписей. Подписывали все. Это давало огромные силы для того, чтобы двигаться дальше. Люди оказались неравнодушны к вопросу, который, в принципе, их не особо должен волновать. Люди прониклись. Мне писали, меня поддерживали, и я смогла это пережить. Вот эта петиция на Change.org помогла всколыхнуть такую общественную волну, и в обществе, в СМИ стали говорить про эту проблему. Вся Россия просто вот как будто взялась за руки. Я не ожидал, что будет настолько много подписей. Препарат Метатан занесли в список жизненно необходимых препаратов. Компания Яндекс откликнулась на петицию. Есть приказ о закрытии моего дела. Петиция играет огромную роль в нашей жизни. Люди, крепитесь, держитесь, боритесь, мы вам поможем. Просто вот хочется всех-всех-всех-всех вас вот так вот обнять и сказать вам огромное спасибо.